Где все? Доброе утро, уважаемые дамы и господа! Вы знаете, что вам хочется? Смотрите, что у меня есть. Блин, я похожа на Круэллу. Это вообще не годится. Сейчас я хочу включить фонарик, чтобы меня видно было очень хорошо. Короче, сегодня чемпионат по боксу закрытие. Я выступаю, все дела, и я не знаю, в чем мне идти. В чем? Вы вчера сказали, что мой наряд был слишком скромный. А вот что это нескромно, я не понимаю. Типа, Маше надо было одеться с вырезом, со всеми делами. Короче, что делать, я не знаю. Я хочу с вами посоветоваться. Во-первых, какую прическу? Во-вторых, какой макияж? Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня грандиозное событие. Седокова уже прилетела, Натан прилетел. И будут финальные бои. И мы с мамой сегодня идем в VIP ложу. Присядем как раз-таки. Мама зачем-то звонит, хотя у меня прямой эфир. Это что такое? Машина, доброго утречка, солнышко. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, мои хорошие. Мы пришли на завтрак. Я так хотела с вами выйти в эфир. Но вы знаете, ничего не работало. Я даже не знаю, из-за чего. Название патчи «Маня, скажи». Вот. С черной икрой. Мама куда-то ушла, и она мне вот сейчас звонила, но я не могу взять, потому что в эфире. Патчи самые лучшие. Прям мои самые любимые. Пришла. Надо пойти и дверь открыть. Пойдемте. Нью-Йорк, привет. Да что ж такое, звонок-то? Кто это звонит? Колокол. О, Господи. Оль! А? Маш, ты что там долго не открываешь? Я сегодня вообще иду, между прочим, на бокс. В смысле на бокс? Ну, я как... Я VIP приглашенный. А ты идешь сегодня, кстати? В смысле? Это я тебя вообще-то сюда позвала? Я знаю. На бокс? Ну? Слушай, а еще один? А это мне, только я только иду. Как только ты? А ты думала? Так я же сегодня там выступать буду. В смысле, ну, только ты? Кто раньше успел, тот и пошел. Мам, с ним... это мой бейджик. Ну ладно, мам. Мне тоже дали, конечно, да? Конечно. Ты же со мной, доченька. Ты рада, мам? Я с тобой, да? Мне очень понравился вчера бокс. Очень. Конечно. Мама, а ты зачем мою обувь надела? Скажи, пожалуйста. Прям что стояла у порога, то и надела. Ну, просто самые дорогие леброны, да? Да. Стояли у порога, и ты надела. Тебе что, мамочке жалко? Мамуль, ты придумай, нужно туда дресс-код пайетки. Пайетки. Машинка, это вот тебе нужны пайетки. А мне даже не нужно себя ничем украшать. Я и так... В смысле, так? Красавица-то и так? Ничего. Бусы снимаю. Все, мам, потому, что говорят, это... что ты на стиле. Ну, а то. Чувствуешь себя богиней. Да. Покажись, Оль. Приятно? Очень. Вот это приятно. Висит бэджик на память. Бэджик. А ты знаешь, сколько туда проходка стоит? 30 тысяч. Ну, Маша. Деньги давай. За что? Ну, я тебя привезла. Принеси мне патчи, потому что я тоже должна сделать. В таком виде не пойду. В смысле, не пойдешь в таком виде? Ну, патчи надо. Патчи тебе надо? Ну, иди сделай. Я тебя не дам.
Платье-то какое? Платье? Мам, ну это не шутка, мам. У меня, Машенька, твой шикарный костюм. Дресс-код Black Tie. Black? Black Tie. А, ну я твой костюм черный надену. Как, а я в чем пойду? А ты пойдешь своим другом черным. Мамуль, ты, говорят, пластику груди сделала? Да, немножко. Ну зачем же, мам? Пользуешься услугами дочери, что у нее бартер есть. Машенька, всем можно такую пластику сделать. Надеть бюстгальтер с подкладочкой тепленькой. Тепленькой, да? Мамуль, спрашивают, зять тебе нужен? Хороший нужен. Хороший нужен, берем, дорогие друзья. Мне нужен хороший, как говорится. А ты куда обувь-то взяла? Ну, красиво поставить. Куда? Вот на пьедестал? С папой виделась, мамуль? Машенька. С папой виделась? А где ты? Спрашиваю. Сейчас не виделась. Нас, а вообще за эту поездку виделась? Маш, ну все, хватит, не надо. Я про это не надо. Маш, не надо про это. Мамуль, ну... Очень красиво. Очень, прям шикарно. Мамуль. Очень мне нравится. Тапки-то надо подснять. Нет, эти не надо, Маш. Это не мои. Рояль шикарный в ресторане. А вы не видели, какой у нас рояль? Вы что? Я сейчас вам все покажу. Вы где? Мы дома. Это ваша квартира? Конечно, у нас и квартира, и дома еще одна квартира. Ой, Маш, Маш, ну все, хватит. В смысле? Надо рассказать людям? Не надо ничего. Почему? Ну зачем все? Маш... Сейчас я вам покажу рояль дома. Правда, у нас беспорядок небольшой, но это не важно. Мы тут навели с тобой. Ну, я просто тут чемодан, видите, разложила. Ну, вот, у нас рояль дома тоже стоит. Вы что думали? Смотрите. Вот такой рояль. Вот. Вот я со Спиваковым, смотрите. Блин. Ладно, вот так покажу, Спиваков. Нет, это наша квартира. А вот Башмет. Ой, Башмет. Ростропович Мстислав Леопольдович. Нет, это не гостиница, это наша квартира, вы чего? С ума, что ли, сошли? Я удивляюсь вам. Вот, смотрите, что у меня здесь есть, кстати. Еще сердечко из дома 2. Вот. А вот я. Мне здесь сколько? Лет, наверное, 10. А может быть, меньше, наверное, даже. Маша, ты покажи лучше на пианино, какие фотографии шикарные. Что еще? На пианино. Еще пианино есть. Сейчас я вам покажу. Вот. Плохо что-то видно. Название патчи. Да я название не особо знаю. Смотрите, какой у меня брат красивый, родной. Это он в Мулен Руж. Блин. Вот. Правда, я ему тут стрелки приделаю. Но это ладно. Сейчас я вам покажу. Вот я тоже маленькая. Вот я с папой. Роман, да, новый пост огонь. Конечно, огонь. Я писала его полночи вчера. Вот я с Башметом. Что еще вам показать? Вид из окна, но плохо видно, наверное. Брат на маму похож, да. Не, в Москве тоже квартира своя. Чуть слезу не пустил. Ну, Ром, ну ты тоже знаешь у нас. Слишком чувственный. Смотрите, что есть. А, все. Смотрите. Thank you.
Вот, у меня собака моя так боялась этого идиота. Вот. Что еще вам показать? Ну, тут еще комнаты. Здесь Оля сегодня спала. Мам, вообще смешного мало. Ты придумала, в чем ты идешь на финал? Я пойду в твоем черном костюме. В смысле, в черном костюме? В твоем черном костюме. А я в чем? А ты пойдешь в черном латексном. Или потом взять кожаном с этим платьем черным. Собака в Москве. Где? Слушай, скажи, пожалуйста, а тебе не в чем идти, если я твой костюм надену? Нет. Тогда я одна пойду. Ну что делать? Как одна? Ну, если тебе не в чем. А мне не в чем. В твоем костюме. Ну, это же мой костюм, мам. Ну, Маш, я все-таки мать. Тут не поспоришь, кстати, с этим. Ну что, красивый печку? Очень. Вот что значит дочь-то иметь такую, как я. Это да. А, комнат 5. Слушайте, я сейчас вам покажу, в чем я планирую пойти, а вы мне скажете, что в итоге выбрать. Всем привет. Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Мам, говорят, что ты красавица. Ой, Маша. Как думаешь, врут или нет? Да, конечно. Они мне комплимент делают. А смысл им врать? Ну, потому что я все-таки... Они хотят меня как бы вдохновить. Нет, честно... У меня мама, я считаю, что вот мама у меня красивая. Ром, я не могу так идти. Ты гонишь, что ли? Какой Рома? Это мой друг. А-а-а. Он. Маш, как ты сразу так выключила? Мам, жопа. А ты ела-то как Маш, мам. Маш, а? Больше не... Я тебя просила же. Пипец. Так, пойду платье показывать. Какие платья? Какие? Здрасте. Ну что, красивый у меня бейджик. Я все шучу. Вы, надеюсь, все понимаете. А что, он опять стрелки сделал? Ой, Маша. Привет, Маша. С мамулей. Нет. Мам. Мы в Самаре. На чемпионате. Смотрите. Мам, по боксу. Я, знаешь что, мам? Я сейчас визажиста вызову. Не надо. Ты сама делаешь прекрасно все. Я не могу идти, Машенька, в таком виде. Ты прекрасна. Ты прикалываешься? В таком ты не пойдешь. Ты снимешь патчи, сделаешь макияж и пойдешь. Мам, да? Где платье золотистое? Это какое? Мое. Сейчас принесу. А ты что, хочешь в нем пойти? Да, давай, неси. В пол? Да. В пол? Неси. Ну куда ты его дела? А? А лежит у меня аккуратненько. Машуль, доброе утро вашей семье. Такие хорошие, настоящие, без пафоса. Ой, а пафос, он вообще к чему? Это смех. Я ненавижу людей, которые вообще понтуются. Потому что мы все одинаковые. Просто у кого-то... Есть что-то, у кого-то что-то нет. Но это все равно временно, потому что мы приходим в эту жизнь ни с чем и уходим ни с чем, понимаете? Я прекрасно помню, как у меня в этой квартире моя бабушка умирала. И все. Когда в Пятигорск? Ой, Ром, а кто меня приглашает туда? Я бы с удовольствием прилетела. Да. Вот, вот в этом платье, думаю. Пожалуй, ты в нем бы... Я так смотрю. Смотрите, мама уже все. Ну что, хорошо? Ну, мамуля, я так понимаю, что ты в нем собралась уже идти, нет, да? Нет, оно мне маловато, доченька. К сожалению, я буду покрупнее. Нет, ты, кстати, худее, чем я. Чего ж твои платья на мне не сходятся ни одно? Но у тебя бедра худее, чем у меня. Маш, они мне даже вообще ни в чем не сходятся. Ну, наверное, вот в этом пойду. Маме идет платье, да. Да, или в серебряном может пойти? Маша, да. А кто поливает цветы, когда в Москве? Ну, женщина приходит и поливает. Платье Маша. Огонь, спасибо. Помните, у меня было серебряное платье такое, с пайеточками. Может быть, в нем пойти? Не знаю даже. Либо вот в этом.
Или, нет, который у меня была филармония, это перебор, потому что оно со шлейфом. Хотя сегодня будет очень пафосное мероприятие. Сегодня закрытие чемпионата мира по боксу. Маш, не мира, Маш. Ой, России! России, Маш. Да. Ну ты чего? А родной брат смотрит за вами в прямых эфирах? Нет, конечно. Маша. Что? Значит, это... Зачем мне мой эфир смотреть? Конечно, нет. Ой, место сегодня было роскошное, в котором мы завтракали. Вообще, ресторан потрясающий. Мне понравилось безумно. Я кашу съела, вкусную очень. Кашу. Ой, а я съела яичницу, тост, семгу и сыр еще. Как-то изменилось, стал шикарный и хороший. На доме 2 была другая. На доме 2 все другие. Там же сумасшедший дом. Маш. Как дела у тебя? Шикарно. Один розовый платье с сеткой на рукавах. А, проходит чемпионат в МТЛ-арена. Ой, Макс, слава богу, не приходит. Я его заблокировала, и все. А у вас время такое же в Москве? Нет. А, здесь на час вперед. А где? А второй бейджик где? А я тебе дала. Нет, ты мне не давала. Ну, значит, ты не пойдешь. Как не пойду? Я пойду. А где твой? В смысле не пойду? Значит, меня пригласили сюда как звезду. Как твои волосы нравятся короткие? Я не могу, я уже договорилась, что я иду наращивать. Все. Маш, хватит уже про эти волосы. В смысле? Вот, ты такой они длины, но что-то я привыкнуть к ним никак не могу. Пойду делать себе длинные. А, пойду, уже записалась на 20 число. Хочу сделать длинные опять, потому что с короткими как-то я себя чувствую некомфортно. Очень некомфортно. Хотя мне говорят все, что очень идет. Да, я пойду опять наращивать. Опять наращивать. Блин. Не нужно длинные, так очень хорошенькие. Ну, я себя комфортнее чувствую с длинными. А мне главное, чтобы я себя комфортно чувствовала. Потому что так... Ну, вот у меня здесь это мои практически все, только вот спереди на скрин. Какой скрин, Жень? Женек, я тебе писала с утра... А, я тебе с утра звонила, кстати, Жень, 8:24 раза, а у тебя написано абонент, не абонент. Я не знаю, с чем это связано. В Москве я очень давно живу, наверное, лет с 15-14. Я не буду делать очень длинные, но сделаю такие где-нибудь такой длины. Я решила отрезать, потому что мне все надоело. У меня такой период жизни был, но он и есть, что мне захотелось изменений. Не знаю, вот впервые в жизни, когда я себе все вот такое позволила, вот впервые. Я никогда за всю свою жизнь не ходила с такой длиной. Никогда, никогда. И я боялась, что мне ничего не пойдет. Причем я Карине сказала, говорю, давай еще короче. Я прям вот так вот хотела. Но она мне прям слезно уговаривала. Она говорит, Маш, я знаю твой характер. Я знаю, какой ты человек. Я знаю, что если ты сейчас сделаешь совсем короткий, то ты сойдешь с ума. В итоге она была права. Потому что, когда она меня отстригла, я где-то, наверное, час просто вот сидела вот в таком вот оцепенении. Я даже не могла вымолвить ни слова. Я вот клянусь вам. Погода в Самаре, сейчас вам покажу, прекрасная совершенно. А, в Москву я переехала одна, на учебу. Сейчас протру экран, не знаю, видно или нет, но прям жара-жара. Солнце светит. А вот там вот, не знаю, видно или нет, Волга. Короче, отсвечивает, наверное, от окна. С такой длиной выглядишь моложе. Мам! А ты где? Гулять пойдешь? Нет, я не пойду гулять. Я буду, наверное, сейчас вызывать визажиста, и чтобы меня к вечеру накрасили и собрали, потому что
Если я вам сейчас покажу, как я без фильтра выгляжу, то это будет очень страшно. Обратно в Москву полечу завтра. Либо сегодня в ночь. Посмотрим. Решим с мамой. Мам! Дай свой телефон, пожалуйста. Ты знаешь Галину Сергеевну из Самары? Ну, нет. А где мой телефон? Мне Женя сказала, чтобы я посмотрела твой телефон. Маша, какая у тебя последняя дорогая покупка была? Не знаю, я ничего не дорогого себе никогда не покупаю. Сейчас, Маша, я открою. Никогда. Мне жалко денег и на себя. Мне не жалко на маму, но на себя мне жалко. Вова заскучал там. Да не, Вове шикарно. Дай мне телефон, пожалуйста. Выключи только звук. Машуль. А ты надела эту штучку? Mm-hmm. Ой, конечно. Мои хорошие. Зачем макияж тебе? Потому что сегодня вечером чемпионат закрытия по боксу. Боксу. Закрытие чемпионата по боксу. Вчера был отборочный полуфинал. И вы смотрели вчера тех, кто пройдет в финал. Старались все ребятки. Так старались, так лупили друг друга. Но мне было страшно, потому что все в такой кровище были. Нет, ну не так все, нет. Просто у одного, например, видимо, в нос попало, потому что у него прямо под глазами образовались... Бокс синяки. Зачем тебе? Потому что меня пригласил президент Федерации бокса на турнир. Это очень интересно. В смысле, кстати. А что, вы думаете, снова... О, Ром, привет, и снова здравствуйте. А вы что думаете, нужно быть какой-то односторонне развитой? Смотри. Нужно интересоваться всем, что происходит в жизни, и спортом. А ты сама занималась боксом немножко, училась. И спортом нужно заниматься, и интересоваться спортом, политикой, вообще всеми возможными вещами в жизни, и развиваться как можно больше, потому что это очень важно. Однобоко смотреть на мир – это печально. Я уже сказала, где проходит бокс. Вы можете посмотреть, открыть, так сказать, интернет, вести чемпионат России по боксу, и вам высветится, где это проходит. В Казахстане была? Нет. Я так узнала, что в Самаре хотела вас найти. Люблю вас. Мы тоже вас любим. Так, все, вот это я беру сейчас. Пошли. Что, походу, я один пацан. Тут, Ром, ну ты молодец, ты у нас держишься. Ты наш человек. Нет. Есть, просто молчат. Реально, по-настоящему все дерутся. Это очень страшно. Все в крови были. Не все, у всех вот так вот растекались губы. Один чувак подошел, когда я кофе покупала. У него глаз просто не видно. У него вот они так вот заплыли, все синие. Ну, очень страшно. Не, мне было страшно. Это понятно, но я выходила несколько раз, потому что, ну, когда вот они реально бьются прямо вот на твоих глазах, метр, да, от тебя, Пятигорск ждет. Я обязательно пролечу, я надеюсь. Вот. А сегодня финал, это вообще будет этот кошмар, наверное. Сегодня это будет победы. Ну, как, это как нокдаун, как это называется? Нокаут, нокдаун? Нокаут, нокдаун, мало ли. Там вот считается 3, 2, 1. Это когда это вчера вот был так момент. Короче, когда нет, бьет, Маш, если они не встают, до насчет... До 9, считаем 9, до 9. Маш, до 9, это вообще 3 раунда проходит по 3 минуты. Но. И между ними секундные перерывчики. Но. И вот... А, Маш, там никто, мы лично не попали с тобой ни один нокаут, иногда. Я помнишь, там вот... Это просто они уже когда стояли, так и обнимались, уже отдыхали немножко. Нет, подожди, а вот они когда считают, они помнишь, раз, два, три, четыре, пять. Нет, они успевали вставать до 9, обычно считают до 9. А если не успевают, все, да? Ну, да. Тогда... Слушайте, я вообще не пью, не курю. Маш, мы это складываем? А, патчи, да, еще раз я покажу, и все.
я заказываю в интернет-магазине. Но тебе понравился очень. Мне очень понравилось. Мне бокс. Я, короче, пришла, но меня пригласили просто там, ну, посидеть, вип-ложи, все. В итоге я через час ушла, вернулась и просидела до последнего боя. Вот. До последнего. До победного. Очень. И сегодня у меня должен был быть концерт, кстати, на Рублевке, а я не полетела, потому что я осталась на финал. Ты общаешься с Денисовым? Нет, вообще не общаемся. Абсолютно ни разу не общались. Ссылку кинь на патчи. Блин, посмотрите, у меня есть в постах, где-то я отмечала. Будет ли встреча сама? Нет, уже не будет, потому что я улетаю завтра. Ну или сегодня в ночь. Посмотрим, как пойдет дело. Поэтому посмотрим. Как бои такие переносишь? Ну, начало прям, в начале, когда вот там одному чуваку разбили полностью губу и нос, и у него все в кровище, мне стало плохо. А потом я привыкла. Я с ними поговорила за сценой, и они говорят: Маш, для нас это жизнь. А я подумала, но когда я играла на скрипке, выходила, мне тоже говорили: Маш, зачем ты играешь? Ведь это так страшно. У тебя детства нет, жизни нет. А потом я поняла, что... Ну, у всех свой путь. И если они это выбрали, значит, для них это жизнь. Это ведь на самом деле очень круто, когда у тебя есть какая-то цель, и ты этим живешь. Вот и все. На себе не показываю, Машу. Да я вот не верю в него, что. Ничего страшного. Передай, пожалуйста, привет. Лера, привет. Маш, привет, покажи тоналку еще раз. Вы земляки с Ебаровым? А, нет, он, по-моему, с Саратова. Насколько мне помнится, да. Вот посмотри в экран на себя с этой стрижкой. Посмотри, звезда сидит. Блин, ну я не могу привыкнуть. Я что, это, с этим могу сделать? Я не привыкла. Сейчас присяду, подумаю, решу. Да, это точно. Присесть, подумать, приглядеться и понять, что это годится. Маша, всех интересуют твои квартиры. Ну вот, да, это наша квартира. Вот. С таким вот панно. Шикарным. Ну, на самом деле, все фигня. Я, кстати, не люблю вот об этом говорить. Чья квартира? Своя, не своя, потому что это такой бред все. По сути, это, ну, дело случая и везения. Все эти квартиры. Есть, нет. И они ничего общего не имеют с каким-то внутренним счастьем. Ну да, прикольно. Если своя квартира. Ну так, в принципе. Но если своей нет, то больше мотивации зарабатывать деньги. Вот и все. Я знаю многих миллионеров, у которых все есть, но при этом они несчастны, потому что они просто сидят там, например, курят траву, и все. И у них уже ни цели нет, ничего. И происходит постепенное разложение личности. Ты там с кем-нибудь познакомилась? Да, конечно. Очень со многими. Любимое кафе. Джип мне очень понравился. Очень, очень крутой. Это главное — иметь свое жилье. Я считаю, что главное — это иметь спокойствие внутреннее, гармонию и цели какие-то. А иметь свою квартиру и главное, я считаю, что нет, это не знак равно. Это круто, но это не знак равно. Что пить для иммунитета зимой? Слушайте, ну вы мне так говорите, как будто фармацевт прям. Я, конечно, разбираюсь в таблетках, но не так, чтобы прям вот вам советовать. Я думаю, что мне хорошо помогает иммунал, а если я заболеваю, я сразу пью амиксин. Вот. Мне он очень быстро поднимает иммунитет. Какой доход в месяц? Ну, мне кажется, что это некорректный вопрос. Мам, откуда такая красивая кофта? Господи, как... Хочешь, подарю? Мою. Откуда она? Ну так, сыночек когда-то подарил. Слушай, она прям обалденная. Да, я мне нравится. Мам, ты такая красавица. Мам, а ну-ка повернись, а сзади она какая? А, она двойная, да? Вот она просто длинновата. Мода такая была длинная.
А сейчас мне хочется покороче. У меня там еще майка под ней надета черненькая. Ну как, нравится? Шикарно. Мам, ну ты звезда. Угу. Смотри, говорят, что ты звезда. Да? Спасибо. Слушайте, да как сказать вам? У меня цели были с детства. Так вышло, что я занималась музыкой с 3 лет. У меня отец мой педагог, да? Это наша квартира, успокойтесь. И у меня всегда была цель поступить в Московскую государственную консерваторию, в аспирантуру. С 3 лет я никогда не жила просто вот обычной жизнью там девочек, которые гуляют во дворе, у которых парни. У меня никогда не было парня, ни с кем никогда не целовалась, не спала. За мной никто никогда не ухаживал. Поэтому, наверное, цели у меня появились с 3 лет уже. Четкие цели — стать звездой, как скрипачки. Ну, а потом, когда я вышла замуж, ну, неудачно, так скажем, я поняла, что в этой жизни никто за тебя никакие вопросы не решит. И нужно самой становиться личностью. То есть ни родители, ни мужики. Да, это может быть временно, да, что кто-то за тебя берет ответственность, но... Как правило, самое крутое состояние – это когда ты понимаешь, что ты ни от кого не зависима. Тогда ты независима и в выборе в своем, касаемо общения с людьми и выбора мужчин. Просто кто-то там целенаправленно ищет себе папика и живет с ним просто потому, что не умеет работать или не хочет, или в какой-то момент не состоялся как личность. А вот… Поэтому я всегда считала, что нужно всего добиваться самой. Но если потом так выйдет, что у тебя еще и муж будет, у которого будет возможность вас обеспечивать, семью нормально, то это круто. Но у меня в приоритете всегда будет любовь. То есть я выйду замуж только за человека, которого я люблю. То есть если у меня будет выбор, например... Какой-то чувак-миллионер, грубо говоря, да? Или чувак, которого я просто буду безумно... Или мужчина, которого буду безумно любить, то, естественно, у меня выбора стоять не будет. Я считаю, что главное в жизни чувство, которое правит миром, это любовь. А какая разница, где квартира? Все относительно. Маша любопытна, какая разница, где квартира, кто в ней когда живет. Нет, здесь никто не живет, когда нас нет, естественно. Вот это моя квартира. Она находится на берегу Волги, в самом центре, на Первомайской. Покажи, в чем ты сейчас одета. Я одета в белом свитере и в брюках от спортивного костюма. Многие за всю жизнь так и не находят любовь, глупышка. Слушайте, всегда все находят свою любовь. Главное правильно визуализировать и обращаться ко Вселенной. А так можно сказать, что все живут несчастные и только и работают всю жизнь и в зашоре. Все зависит от вашего образа мышления. Если вы будете, Машенька, я замужем, у меня есть женатый любовник. Что это, любовь? Я не знаю, я не представляю, как можно быть замужем и иметь любовника. Я не знаю. Тебе виднее, как ты можешь мне задать этот вопрос и еще спрашивать, любовь ли это. Я думаю, что если ты спрашиваешь, что у тебя никому нет любви, ни к мужу, ни к любовнику. Потому что любовь, когда есть, это сразу очевидно. И когда есть любовь, то спать, я думаю, с кем-то другим просто нереально. Просто нереально. Как? Ну как, нет? Это милочка блядство. Ну да. Почему мама всегда лезет в твой разговор? Мама никуда не лезет. Мама это мой главный человек. Это вообще не то слово вы подобрали. Счастье — это состояние души, радоваться жизни, радоваться и дарить радость близким. Ну да. Ты очень красивая. Не, ну очень-то вы, конечно, переборщили. Вы что? Очень это нет. Это не про меня.
Покажи вид с окна. Я уже показывала, ребяточки. Может, они сами решат, где им жить, господа. Так а мы же живем в Москве. Мы прилетели сюда на концерт и на чемпионат России по боксу. Я могу прилететь в Самару только на каких-то 3 дня, либо летом отдохнуть. А так мне, конечно, здесь очень становится как-то тоскливо после Москвы. Нет, я не грустная. У меня такой, знаете, график, правда, очень тяжелый в последнее время. Ну, потому что на это есть причины. И поэтому я немножко подустала. Даже скрывать не буду. Тебе надо на Евровидение со скрипкой. Ну, сейчас мы записываем трек очень красивый. Я не успела его дозаписать, потому что уехала. Маша, ты увлекаешься боксом? Мне нравится бокс. Я даже стала заниматься им. Вот. Ну, просто мне немножечко нога подвела, треснула. Поэтому я сейчас не ходила ни в зал, ни куда-либо еще. Из-за этого немножко поправилась. Ну, что поделаешь. Сил тебе, хорошего настроения. Да, сегодня вечером смотрите обязательно с 17.30. Это, получается, по Москве с 16.30. Мои сторисы с бокса закрытие. Будет очень интересно. Прилетает Седокова. Выступать туда. Натан. Будет... И я еще буду показывать финальные бои. Если хотите, я даже выйду в эфир в прямой, когда они будут финальные. Супер тяжеловесы, наверное, будет самый крутой бой, мне сказали. Они будут прям насмерть драться. Ты большая умничка. Да, играю я, правда, красиво. Спасибо. Ты на Алтае была? Нет. Маш, Гербалайф не знаю. Я никогда не принимала. Гербалайф. Тебе идет эта длина волос. Спасибо. Слушайте, я купила такую фигню. Я не могла в Москве спать очень долго. Где-то, наверное, уже последний месяц прям вообще не спала. Даже с тренингами. Видимо, от перенапряга. У меня, знаете, вот свитер, у меня есть ссылка. Купите себе обязательно их 2. Я розовый взяла и вот такой белый. Обалденный. Вот, в общем, я не спала последний месяц где-то, даже с тренингами, купила себе. У меня такая вот тряска, знаете, была прям в организме, вот такие вот таблетки. Ну вот, продали мне их в Самаре, называется Реслип. Я думала, что они нормально, но их можно пить. А оказалось, что это вообще какие-то эти транквилизаторы, которые выписывают людям перед операцией онко. Я думаю, блин, как вот вообще это мне могли... продать. Хорошо, что я это вот не взяла. А то так бы сдохла. Приветик с Таи. Ой, как я хочу в Таи. Если вы только знали. С мамой хочу. Очень хочу прилететь в Таи. Соскучилась по Таиланду. Нет, у меня не то, что, знаешь, я не могу спать, потому что, когда много работы, и ты вот в этом напряге, тебя вот так вот трясет, вот из-за этого я не могу спать. То есть я знаю, что там съемки, например, и все. И особенно последний день перед отлетом у меня утром была съемка кухни, потом у меня днем была съемка для пятницы, а вечером Первый канал. И я когда пришла на Первый канал уже, меня, представляете, прям перед выходом уже вырвало. Так вот, видимо, устала. А потом мы приехали домой со съемок с Первого канала, и сразу за нами приехала машина, ну за мной, мама со мной не летела. 3 часа ночи, и все, и в 6 я вылетела. Здесь был пресс-фолл по боксу в 10 утра, потом репетиция с оркестром, вот. И в 5 уже была подготовка к интервью, а в 7 концерт с оркестром я сыграла. Короче, такой какой-то график. Ну, у меня даже видно, видите, что у меня синяки сильные. Привет из Беларуси, спасибо большое за это. Мама с папой встречалась, конечно, конечно. Мы виделись все, естественно. Папа у меня был концерт мастером оркестра. Где в Тае больше всего нравится? Со Шпаком знакома. В Тае, я Тае обожаю. Вы знаете, кто-то говорит, что там ужасный запах, что там помойка, что там проститутки. А мне нравится атмосфера Тае. Я не знаю, я из всех мест, где я была во всем мире, я больше всего люблю Тае.
Ты мой кумир. Да, сейчас пойду посплю, наверное. Я, наверное, пойду. Так я и планировала отдохнуть. Просто все деньги, которые я потратила на отдых, у меня своровали, и мы не полетели с мамой. Вот. Что я про Тай говорила? Мне нравится и в Паттайе, хотя там негде купаться. Если вы прилетаете в Паттайю, то нужно ехать каждый день с пристани на острова. Тавайл Бич, например, либо Манки Бич. Ну, это очень круто. Я, например, любила проехаться, пройти по вот этой улице главной, проститутской, как она называется, Walking Street, днем. Хотя там воняло, знаете, как из канализации как будто. Но мне это пофиг. Просто мне нравится атмосфера. Вот, ты приходишь на пристань, садишься либо в общий корабль, либо на лодку, тебя привозят на эти острова, и это, ну, я не знаю, ну, вот это рай. Ну, для меня это рай. Ты вот, это лагуна какая-то без... Вот я сейчас начала говорить, мне прям плохо стало. Это какая-то бескрайняя лагуна. Это снимался фильм с Ди Каприо там, в Тае, понимаете? Я каждый год летаю в Тае. И, короче... Океан белый, белый песок, и ты вот в каком-то раю, ты там проводишь весь день на этом острове, и ночью ты уезжаешь, но в какой-то сказке, клянусь вам, не знаю. Я прям как в сказке, еда дешевая, устрицы там стоили, по сколько, по 10 бат, что ли, на наши деньги, там 60 рублей устрицы, вот такая. Глаза усталые, да так видите, у меня какие синяки. Вот, вот если так посмотреть, это я еще с фильтрами. Вот. Если официально через туроператора. Да, фильм «Изгой». Мне тоже он очень нравится. Будь здорова, мам! Самую мне тоже очень нравится. Самую — это сказка. Я была и на Пхукете, и в Паттайе, и на Самую, и везде была. Везде. Я реально подустала. Даже мой, по-моему, утренний пост — это уже финиш. Мне не нравится, короче, у меня... Мне хочется отдохнуть, а от того, что я нервничаю, у меня начинает еще больше трясти. Я не знаю, бывает у вас так, короче, от перенапряга, вместо расслабления, когда ты ложишься, у тебя начинается еще больше тряска. Будь здорова, Ольга. Спасибо, родные. Сейчас я воды хочу попить. Я была два раза в Паттайе, мне очень нравится. Да-да, мне нравится тоже очень, если честно. Мам, а вот эта вода в бутылке нормальная? Какой? Ну вот в большой фляжке. А Вова остался в Москве. Естественно, Вову мы оставили в Москве, потому что мы не могли его брать с собой на самолете. Мама же прилетела вот вчера. И Вову в самолет для него проблематично. И как-то, не знаю, и дорого, и много всего. Мама, лимона нет, да? Хочу выжать себе мандарин. Или что это? Начала резать и это. На Новый год, да, в Самару прилетим. У нас традиция, мы всегда семью встречаем. Ой, как невкусно. Фу, ужас какой. Мам, скучаем по твоим прямым эфирам. Я сама. Смотрите, скучу. Какая у Маши кофточка красивая. Она не носит. Ой, мама. Смотрите, какая у нее кофта красивая. Это, знаете... С бисером, как, да? Вязаная.
Да. А это какой-то такой жабо. Жабо. С этой стороны так, с этой эдак. Асимметрия. Чему? Мам, я так плакать хочу. Не надо, что это плакать, все хорошо. Ты хочешь плакать из-за того, что бокс поздно в 6, а ты хочешь уже сейчас пойти? Нет, я сейчас не хочу. Я не хочу, я сейчас вам покажусь без макияжа. Вы сейчас охуеете все. Ну ты пиздец, простите меня. Ладно, дорогие друзья, я, наверное, сейчас пойду, знаете что, выпью снотворное и часа два полежу. Мне что-то устало сильно, не знаю почему. Бывает такое. Подустала. Вот. Потом будем, наверное, собираться с вами на бокс к 5:30. По Москве это 16:30. Вот. Я просто сегодня ночью еще не спала. Плохо сплю, все время плачу, какая-то слезливая, но от усталости. И, наверное, выпью все-таки снотворное. Мне нужно не пару денечков, а мне нужно, по сути, улететь. Улететь на месяц, ну или хотя бы на неделю. Мне это прям необходимо. Я впервые, наверное, так вот вам признаюсь, что мне настолько как-то вот даже уже физически плохо от усталости. Нет, я просто перенапряглась. И, наверное, еще я планировала вот отдых и много работала перед днем рождения, чтобы отдохнуть. И из-за того, что вместо отдыха у меня украли все деньги. Я расстроилась. И плюс очень много было концертов и всего остального. Вот. Короче, ладно. Я вас всех люблю. Я пойду полежу немножечко. Следите за сторисами. И увидимся на боксе.